Возможно, вы слышали о фиолетовом соке сладкого картофеля. Сладкий картофель любят многие эксперты и люди, ведущие здоровый образ жизни из-за его питательных свойств. Он содержит важный антиоксидант под названием антоцианин, который помогает защитить сердце, артерии и мозг, а также делает кожу красивее и моложе. Знаете ли вы это? Кроме того, сладкий картофель на 70% состоит из растворимой клетчатки, которая полезна для кишечника. Разве это не удивительно? Обладая низким гликемическим индексом, сладкий картофель помогает бороться с диабетом второго типа, лечит желудок, является ощелачивающим и противовоспалительным средством. Сладкий картофель является источником витамина D, магния, витамина B6, железа, калия и других. Узнайте о пользе сока сладкого картофеля, источник минералов. Фиолетовый сладкий картофель содержит большое количество железа, калия и магния. Богат витаминами. Фиолетовый и белый сладкий картофель содержат одинаковое количество витаминов, но фиолетовый сорт содержит большее количество витаминов A, C, E, регулирует кровяное давление. Фиолетовый сладкий картофель богат хлорогеновой кислотой, которая предотвращает образование тромбов и регулирует кровяное давление, что делает его полезным для пациентов с гипертонией. Богат клетчаткой. Еще одно преимущество фиолетового сладкого картофеля заключается в том, что он богат клетчаткой, которая очень полезна для нашего организма. Антиоксидант. Основное различие между белым и фиолетовым сладким картофелем заключается в его цвете. Фиолетовый цвет обусловлен наличием антоцианов, которые свидетельствуют о большем количестве антиоксидантов в продукте. Если информация была для вас интересна, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Впереди еще очень много интересного.